За что вы задержаны? Задержан за кражу. Что вы украли? Сварочный аппарат. Все внесли? Да. Сварочный аппарат, что? Циркулярная пила, видеокарта для компьютера. Что там еще? Мойка Керхер. Все. Каким образом вы совершали кражи? Зашел в магазин, осмотрелся, что никто за меня не наблюдает. Убрал под курточку, вышел и все. В каких магазинах вы совершали кражи? В строительных магазинах, бытовой техники. А с какого периода времени, по какой? В течение полугода. Сколько всего краж, можете сказать? Не знаю, штук 10, наверное. С какой целью вы совершали кражи? На жизненные нужды. На пропитание. То есть вы потом куда девали украденный товар? Трать по магазину. На одежду, на питание. То есть продавали? Конечно. Кому продавали? Прохожим, как прохожим, на рынке, случайно прохожим. Ни для кого магазина. А вы ранее в местах лишения свободы находились? Да. А как давно освободились? Год назад. По каким статьям судимы? 158-я, часть 2. Тоже кража.